Вот. П-14. Калибр 303. 303 британский. 303 британский, но это американская винтовка. Ну да, это выпущено по контракту для британской армии в Первую мировую. Они ее выпускали в 303 калибре. Это Эдисон, да? Да, Эдисон. Выпускалось три калибра. Эдисон, Спрингфилд и Винчестер. Вот 303 калибр. Потом, когда американцам понадобилось эти ружья тоже, они стали выпускать под свой патрон, под 300.06. И они тоже в армии участвовали, воевали. Ну, что-то монги гатят, ничего, наверное, не слышно не будет на видео. О, тоже это. Ну, патрон. Тут классический фидинг, да? Да. А этот болт как в маузере, такой же. Копия маузера. Да, и вот тоже закрыл, выстрелил, открыл. Сейфти не такой, как в маузере. Сейфти здесь. Сейфти вот оно. Как ближе, как больше, как современное. Да, вот такое сейфти. Вот. А так болт тоже так же вытаскивается, как в маузере. Вот он болт. Ну да. Тоже ей. 100 с лишним лет, наверное. Номера все сходятся. У нее еще должна была быть это. Как его называется? Влесет какая-то мушка специальная. Я про это еще не почитал. Такая планка. Она вводится как-то на далекую стрельбу для прицела. Uh-huh. Это на больше, чем там 2000 ярдов. Используется вот эта вот фигня. Здесь тоже, кстати, мушка. Она вот такая. Переворачивается. Можно так. И потом она поднимается, играется вверх и вниз. Вот надо с ней разобраться. Так то типа как баллистик-калькулятор тоже какой-то примитивный, да? Своего рода. С той стороны. Ну-ну. Ну да, но это для этой штуки. То есть ты как-то ее выставляешь здесь. Я видел на ютубе, там чудак объясняет, но я особо не запаривался. Выставляешь здесь, потом выставляешь здесь, и как-то это на бок сводится. И, короче, там слишком долгая история. Вот надо разобраться вот с этой. То есть, когда я вот так стрелял, у меня уносило ее фиг знает куда. Когда вот так поставил, все, тогда начало бить четко. С любым весом пули. 180-ка и... Так что... Ясно.